Сегодня мы продолжим нашу тему деления с остатками. Но сегодня мы уже будем делить трехзначные числа на двузначные числа. Ну что ж, давайте перейдем к практике. Давайте, к примеру, возьмем число 255 и разделим на это число 55. Набираем на абакусе 255. Делим на 55. Самое ближайшее число к 255 это 4. 4 набираем на спице сотен. 55 умноженное на 4, получился ответ 220. От 255 отнимаем 220. Осталось 35. 35 мы не можем разделить на 55. Поэтому мы визуально ставим после четверки запятую и добавляем 0 к 35. Самое ближайшее число к 350 это 6. Берем 6. 55 умноженное на 6 получился ответ 330. Отнимаем 330. Остается 20. 20 мы не можем разделить на 55, поэтому к 20 добавляем еще один 0. Самое ближайшее число к 200 это 3. Значит, берем 3. 55 умноженное на 3, получился ответ 165. А 200 отнимаем 165. 165. Получился ответ 30, осталось 35. Итак, до бесконечности. Получился ответ 4,63. К примеру, возьмем число 266 и поделим на это число 36. Набираем на абакусе 266. Самое ближайшее число к 266 это 7. Значит, берем 7. 7 умноженное на 36 получился ответ 252. 266 отнимаем 252. 252. Получился ответ 14. 14 мы не можем разделить на 36. Поэтому мы ставим визуально запятую и добавляем 0 к 14. Самое ближайшее число к 140 это 3. Значит, берем 3. 3 умноженное на 36 получился ответ 108. От 140 отнимаем 108. Получился ответ 32. Отнимаем 108, получился ответ 32. 32 мы не можем разделить на 36, поэтому добавляем 32 0. Самое ближайшее число к 320 это 8. Значит, берем 8. 8 умноженное на 36 получился ответ 288. От 320 отнимаем 288. Получился ответ 32. И так до бесконечности. Получился ответ 7,38.